орнамента, доміни. Орнамента, орнамента. Да, орнамента, доміни. Украшення госпожи. Амелия in cubicula so est cum Delia ankyla. Амелия в своей комнате с служанкой Делией. Делия доминам сом орнат, Маргарита с киркум колом, а Амелия понят. Делия госпожу свою одевает как-то. Так, Маргарита, это эти жемчужины вокруг шеи Эмилии, ну, как-то... Ну, вешает, да, можно сказать, ставит, то есть вешает. Вешает, да. Эмилия орнаментис деликтатур некво сине орнаментис экубикула эксит. Эмилия украшениями радуется и не без и не без ну, и не украшений. Выходит, да. И не выходит. Да, и не выходит без украшений из комнаты. Мультас Маргаритас это гемас пухрас хабет некое унум тантум анулум сет текем анулас гемматус. Много жемчуга и сейчас гемма это какие-то драгоценные камни, да, и драгоценных камней красивых имеет, и не только кольцо, но и 10 каких-то драгоценных, как бы колец с драгоценностями. Амелия мульта орнамента авирасу пеникуоза акипит. Акипит, наверное. Это мульта с розас афилия суа. Акипит. Амелия много украшений от богатого мужа своего получает. И много роз от ну, дочери своей. Домина анкилай сой сакулом остендит, ин хок сакула нон нуми сет анули сунт. Эке анули гемати кви ме дилектант. Амелия quater annulus gematus et sacro summit et in mensa ponit. Госпожа ну как-то показывает, наверное, служанке свой ну, свой кошелек или мешок. В этом кошельке не монеты, но кольца. Вот кольца с жемчугами, ну, с этим, с драгоценными камнями, которые меня радуют. Эмилия, четыре кольца с камнями в своем мешке. Из мешка. А, да. Да, да. Из мешка берет и на стол ну, кладет. Делия, о, к вам пух рисунт или анули? О, как
красиво есть эти кольца. Эмилия уном экс куатор анулис сумит эт делей остендит. Аспике хунг анулум. Претиум куюс анули эст миле эт кентум сестерти. Эмилия одно из четырех колец. Ну, берет и протягивает Делии. Смотри, вот хунг это как, ну, сейчас это на это кольцо, наверное, да? Да. Да. Стоимость вот этого кольца есть ну, 1100 сестерти, да? Делия ит магнум претиум эст. Это ну, это большая цена. Делия анулум сумит эт анте около суэ стенет. Гемом анули аспикит. Делия берет кольцо и перед глазами своими держит. Ну, смотрит получается на это же генитив. На как бы... А, я поняла. Да. Она смотрит на драгоценные камни кольца, получается. Ну, на один камень. На гемму. На камень кольца буквально. Дальше. Теле ин хок анула нон танта гема эст кланте ин илу. Теле монстрат алиум анулум гемматум. В этом кольце не столько ну, получается, не столько этих не такое... А, я поняла, да. Не такое, не такой камень есть. Не такой большой, как? Да, насколько в том. Да. То есть они разные по размеру камушки. Да. Делия монстрат алиум. А, я прочитала. Делия... ну, она показывает другое кольцо. Показывает на другое кольцо с этим камнем. Как это перевести, как бы, вот мне все время гематум, когда он согласован? Ну, а, это же, наверное, как бы украшенное, да? Украшенное камнем. Эмилия, танта гема от там парвум ануум нон конвенит. Некве претиум юлиус гемой тантум эст квантум куюс. Хай гема соло милия сестертис констат. Кунк ануум поне ин дигито мео. Такое, такой камень на такой маленький, на такое маленькое кольцо не, ну, как бы не подходит,
И не... И цена... Сейчас, пошло уже. Ну, того, получается. Кольца, того камня слишком... Не такая, как... Да, не, а, да, не такая, какая того. Это этот камень один тысячу сестерций ну, составляет, как бы, да? Ну, стоимость этого кольца составляет, ну, стоимость этого камня составляет тысяча сестерций. Хункан, а, так, это кольцо клади, ну, наверное, надень на палец мой. На палец мой, да. Анкило анулам гематум индигито домина и понит. Инко дигито. Индигито кварто нам анулус от эом дигитум конвенит. Аймилия лаэта аспикит дигитум суом кви анула орнату. Амилия, Анкилия, служанка. Кольцо с драгоценным камнем надевает на палец госпожи. На какой палец? На четвертый палец. Ведь кольцо на ее, да, на ее, на, ну, как бы, на этот, наверное, палец подходит. Четвертый — это безымянный, видимо, да? Да. Эмилия радостная смотрит на палец свой, который... ну, на котором украшает, который украшается кольцом. Эмилия, спеклум тене антеме. Держи зеркало передо мной. Делия, спеклум тенет анте доминам квайсе кум маргаритис суист формозис адпикет. Эт ануло эт маргаритис делектатур. Где Делия зеркало держит перед госпожой, которая смотрит на... которая... ну, на себя. Смотрит с... жемчугом, жемчужинами, да, наверное? Да, жемчужинами своими какими-то изящными, красивыми. Угу. И радуема... Да нет, просто радуется, наслаждается. А, угу, и наслаждается кольцом и жемчужинами. Эмилия, кум орнаментис э кубику эксит эксит некве остиум постце клаудит. Эмилия с украшениями из комнаты выходит и не закрывает после себя дверь. Теле квай ям соло эстен кубикула сакулум эт анус трес кви инменсе сунт аспекет. Остиум клаудит эт экс анулис сумит эт
Сумит эум кви магнам гемам хабат. Делия, которая уже одна в комнате, смотрит на зеркало и три кольца, которые на столе. Дверь закрывает. И и берет как бы из колец ее, которые сейчас я посмотрю экс. Ну, странно. Как бы она берет, получается, из колец ее, которые. А где из колец? Какое слово? Анулис. А. Вот немножко, да. Странно как-то. Наверное, из числа колец она то берет, которое имеет. Ну, большой камень. Да. Делия, клам пулхер эст хик анус. Некве хай гема нимис магна эст. Этим ад меум дигитум конвенит анус гематус. Как красиво есть это кольцо. Mm-hmm. И вот этот камень не слишком большой есть. Mm-hmm. Ведь на моем пальце. Не на моем пальце, к моему пальцу подходит. К. Ведь подходит к моему пальцу кольцо как бы с драгоценным камнем. Как это называется по-русски? Инкрустированное или как кольцо с камнем? У меня нет колец никаких. Да, ну это какое-то слишком сложное слово, я не знаю, просто с камнем. Ну хорошо, дальше. Анкила квай нулум орнаментум хабет анулум аймелиай индигита суапонит. Индигитум кум анула лаэта аспикит нека эа кум орнаментис экси. Служанка, которая не имеет никакого украшения. Кольцо Юлии на кольце своего, на пальце своем носит. Нет, Эмилия, во-первых, не Юлия, а Эмилия. Да. И не носит опону, это ставит буквально. То есть она его, наверное, надевает, да? Да. Кольцо Эмилии на палец свой надевает. Угу. Палец кольцом. На палец кольцом радостно смотрит. И выходит, и не выходит. Так. Получается, что она. И она. Сейчас я потерялась немножко. Можете показать, где я потеряла? А, вот нашла. И она не выходит с украшениями. Как-то так. Угу. Дели, анкила, проба. Квай там пухр эст клам доминосу, трес анулас рурсус инсакула доминой понит эт сине орнаментис экубикула эксит. Дели остиум посе клаудит. Дели, служанка хорошая, которая так красиво есть, как госпожа ее, три кольца. Обратно в мешок
госпожи кладет. Угу. И без украшений из комнаты выходит. Делия после себя дверь закрывает. Мене романой мультис орнаментис пухвис орнантур. Анкилой нула аут паука орнамента хамет. Ну, госпожи римские, множество украшений красивых надевают, носят, наверное. Ну, украшаются, одеваются. Украшаются многочисленными украшениями красивыми, да? Угу. Служанки никаких или маленьких, небольших украшений имеют. Либо вообще никакие, да, нула. Либо немногочисленные, наверное. Я думаю, что скорее немногочисленные.